В дружественной и домашней атмосфере прошла презентация нового состава хоккейной команды «Югра». Был представлен тренерский штаб, персонал и хоккеисты. Каждому участнику команды вручили игровой свитер. В этом году хоккейному клубу «Югра» исполняется 10 лет. Знакомство с командой перед началом сезона уже стало доброй традицией. Вот Константин Панов, он вновь капитан команды. А вот его помощники Антон Курьянов и старый знакомый болельщиков Иван Лекомцев. Он уже играл за «Югру» 4 года назад. Впервые за 3 года защищать цвета «Югры» будут легионеры. Джереми Морин, американский игрок, работает в нападении. Качественный снайпер, провел 330 матчей в американской хоккейной лиге, забросил 113 шайб. Вэли Матисовинайнен, финский нападающий, так же как и Лекомцев, в прошлом игрок «Югры». Работа на льду в паре с Морином должна повысить результативность команды. На линию обороны встанет Мартин Штайнах, защитник из Словакии. Довольно опытный игрок, провел 132 игры в континентальной хоккейной лиге за Слован из Братиславы. Другие ритуалы в команде, другой подход к тренировкам, немного по-другому общение в команде. Не такое, как в Европе. Я пока привыкаю. Настроение хорошее, и я надеюсь, что все в этом сезоне получится. Поменялся и тренерский штаб клуба. Главным тренером команды стал Игорь Захаркин. Заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина. До этого сезона был главным тренером Салавата Юлаева. Планирует как минимум вывести «Югру» в плей-офф. В соответствии со своим видением игры подбирает и команду. А любит он зрелищный, атакующий и конструктивный хоккей. За короткое время сумели создать команду с правильным характером, с волевым, решительным, умеющим изменять ход поединков. Это и позволит нам успешно сыграть в этом сезоне. Мы хотим показывать интересный хоккей и хотим, чтобы наши болельщики шли на матчи и заполняли нашу арену. Призывает к этому и губернатор округа Наталья Комарова. Начнем мы дома, меньше чем через 2 недели, первая игра. Поэтому зову всех болельщиков, от мала до велика, из Ханты-Мансийска и со всего региона. Зовите своих родных и близких из других регионов на эту первую игру с тем, чтобы именно она задала импульс побед, импульс успеха для нашей команды в новом сезоне. Когда одна маленькая компания может перекричать весь стадион, это дорогого стоит. Поэтому болельщикам особый почет и уважение. Трем первым любителям хоккея, купившим абонемент на игры, капитан команды Константин Панов вручил памятные подарки. Напомню, откроет сезон игра «Северсталь» уже 22 августа. Кроме того, «Югра» сразится на домашнем льду с такими клубами, как «Торпедо», «Спартак» и «Рижская Динамо». А на этой неделе клуб участвует в турнире, посвященном памяти Виктора Блинова. Нашими соперниками станут екатеринбургский «Автомобилист», «Амур» из Хабаровска, «Борыс» из Астаны и «Хозяева льда» Омский «Авангард». Олеся Безденежных, Леонид Чемляков, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск.